проспект Карла Маркса, 58. Одним из первых хозяев усадьбы был Михаил Мяснянкин. Он занимался продажей скота в Санкт-Петербурге и Москве, имел бойню и небольшой заводик по выделке кожи. Его сын Александр устроил оптовую продажу парусины и брезента. Расширив кожевенный завод, он начал изготавливать обувную подошву, которую продавал здесь же. В начале 20 века Мяснянкин начал строить здесь новый дом с большими итальянскими окнами и балконами по фасаду, с каменными вазами по карнизу и массивной декоративной башней с флюгером. Нижний этаж занимал магазин, верхний – апартаменты хозяина. Купец торговал не только продукцией кожевенного завода, но и обувью, изготовленной местными заводчиками из сырья Мяснянкина. Кроме того, в магазине находился отдел американской компании «Зингер», где продавались швейные машины, нитки и штопальные аппараты. Здесь же давали консультацию по работе на швейной машине, бесплатно обучали художественной машинной вышивке. Подвальное помещение занимала кофейня и бар Российско-Баварского пивоваренного общества. В начале 20-х годов прошлого века на первом этаже здания разместилась биржа труда. В период НЭПа внизу обосновались мелкие торговцы, а наверху – советские учреждения. В 60-е годы по фасаду нижнего этажа была устроена витрина магазина «Фиалка».